Сейчас самый разгар сбора урожая солнечной ягоды, но непогода внесла свои коррективы. Фермеры бьют тревогу, плантации затоплены, виноград портится. Есть угроза снижения урожайности на более чем 20%. Возможности огромные здесь, в Дербентском районе. Только, ну что, сейчас дождь, никто здесь, конечно, не виноват. Вот здесь сосорок. Вот она гниет, да. Который здесь лопается. Ну, конечно, будет. Вот все, уже 15 дней, 10, 15, 20. Сейчас в Дербентском районе мобилизовали силы для экстренного сбора винограда. Помимо работников сельхозпредприятий, к делу привлекли свыше 500 студентов колледжей. Еще остается собрать более 30 тысяч тонн винограда. Таких тоже у нас 70 гектаров. Это-то не беспокоимся. Но погода, если восстановится, мы соберем. Так что, ну жаловаться... Кому-то там этот говорит нельзя, это природа использует. 500-600 тонн в день собираем, а что надо делать? По программе мы должны были закончить. Спасибо, я хочу выразить благодарность и рабочему классу, всем-всем, кто вот был заинтересован в нашей работе. Плантации осмотрели представители власти. По данным экспертов, неубранными остаются 3000 гектаров виноградников в Дербентском районе, 1000 гектаров в Каякенском районе и около 400 гектаров в Табасаранском. Масштабы ущерба предстоит оценить. В настоящее время местные республиканские власти приступили к подготовке документов, подтверждающих факт чрезвычайной ситуации. Батиман Ханапов, Дауд Гасанов, новости ННТ, Дербентский район.